Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Фальшивый флаг». Хорошо известно, что российский сериал «Фальшивый флаг» является ремейком достаточно известного одноименного израильского сериала. Напомним, что в израильском сериале всего два сезона. Но зрителя, разумеется, интересует, а что будет с этим? Трудно сказать, но финал первого сезона достаточно открытый. Ну, например, один из главных злодеев, Соколовский, остался на свободе. А что с бывшим ФСБшником, кукловодом, которого сыграл актер Иванов? Вопросов много. Поэтому, вкупе с тем, что в израильском проекте два сезона, следовало бы ожидать, что и в этом аналоге последует второй. Однако смущает, что дата производства сериала числится 2019 годом. Почему он до сих пор лежал на полке? Впрочем, не исключено, что в связи с актуальностью и зрительским интересом к международным закулисным играм в последнее непростое время продолжение в лице второго сезона все-таки снимут. Если вам понравился сериал и ждите выхода второго сезона, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.